живых в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесия мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.